в этой прекрасной песне, как и в других песнях творческого комплекса или любви, не столько важен сюжет, да, сколько пространство. И вот такой вопрос. И в данном случае пространство это создает не только музыка, а скорее это сам целостный образ. И вот, как мне кажется, открытка, она открывает прямо так вот целостный образ этой песни. И вот в чем этот образ этой песни? Как ты чувствуешь? Какой он? Постараюсь по возможности коротко. Мне вообще-то открытка приводит в полный восторг. И вообще все песни сказочного мира, поскольку они очень-очень содержательные, вот встреча с текстом каждой песни – это событие. Тем более, вот что такое любовь, я держу в руках. И это получается прямо размышление, вот как путешествие. Отправляешься по строкам, и очень-очень много открывается пониманий, знаний и чувств. Потому что, когда читаю строки, конечно, я слышу голос вот этот, который мы только слышали автора, эти интонации, и они окрашивают слова, открывая вот этот их смысл истины. И вот здесь открывается образ любви, который я не встречала нигде. Вообще только в сказочном мире любовь. Любовь как источник просто счастья, удивительного. Вот именно чувство, созидающее счастье жизни. Счастье жизни для конкретного человека, вообще для многих. Это удивительное явление, вот познакомиться с такой любовью. То есть здесь текст открывает, и что такое любовь? И удивительно, здесь же ответ на вопрос, что значит любить? Это очень ярко, вот это действие, как любить, какое это действие, это так конкретно. Это очень ценно, что это в этом тексте это все есть, отдано в интонациях. Мне еще приводит восторг, что в этом образе, знаете, любовь как источник бескорыстия. Вот это вот само состояние любить не за что-то, а любить вот просто, что человек есть, что люди есть, что есть жизнь. Любить вообще жизнь как таковую. Вот это вот бескорыстие удивительное. И еще здесь любовь как чистое пламя. Я могу много здесь, но вот эта вот сама песня, в ней вот эта огненность живет в интонациях. Как то, что источает, дает силы жизни. То, что помогает, вот для меня очень ценно, что вот этот образ помогает выйти из бытового восприятия жизни. Это очень важно. То, что способно внести в нее праздник. Праздник — это бесконечно ценно.